Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последние папиросы. Пожарский Илья Евгеньевич родился в 1925 году в деревне Трудолюбовка Колпнянского района. На фронт ушел в 17 лет. Воевал на Южном фронте. Участвовал в боях за Крым и Севастополь. Наводчик отдельной зенитно-пулеметной роты 183-й стрелковой Харьковской краснознаменной ордена Суворова второй степени дивизии. В составе 4-го Украинского фронта освобождал Европу. Воевал в Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Награжден медалью за отвагу, медалью за освобождение Праги, орденом Отечественной войны. В мирное время работал в колхозе заведующим фермой, щитоводом. Умер в 2008 году. Ирижников Семен Михайлович родился в 1918 году. Воевал в зенитно-артиллерийском полку 34-й Неманской дивизии 3-го Белорусского фронта. Освобождал Ленинград. Награжден медалями за отвагу и за боевые заслуги. Орденом Отечественной войны. После войны работал в становом колодезе слесарем. Умер в 1993 году.